Поставьте, пожалуйста, плюсик, кому интересно увеличить свои доходы. Я вижу много плюсиков, иначе мы бы здесь не собрались, да? Наверное, это логично. Давайте немножко поговорим, каким способом можно увеличить свои доходы. Я бы хотел увидеть, кто из вас, друзья, кто из вас работает по найму. А вы можете поставить пятерочку, если вы работаете по найму? Пятерочку, да. Здорово, друзья, ничего не имею против этого способа заработка. Это нормально абсолютно, когда мы на каком-то этапе жизни работаем по найму, зарабатываем таким образом себе на жизнь. И, в принципе, это нормально. Единственное, что если вы выбираете этот путь для себя на всю жизнь, то здесь немножко есть опасность, и об этой опасности мы сейчас поговорим. Вот здесь есть такая статистика, это среднестатистическая жизнь человека, который работает по найму. И если посмотреть внимательно, да, то обычно мы в 25 начинаем зарабатывать более-менее нормальные деньги, да, и где-то в 35 мы выходим на пик. И потом где-то в 50-55 мы уходим на пенсию, да, если мы работаем по найму. Вы знаете, вот эти две линии, которые вы можете обратить внимание, они здесь есть, 1500 и 2500 долларов. Это как раз вот планки, на которые люди обычно выходят, доходы. 80% людей, я вот возьму указочку, буду показывать, 80% людей никогда в жизни не заработают больше, чем 1500 долларов в месяц. Не выйдут на доход выше. И таких 80%. 19% людей, работающих по найму, никогда не будут зарабатывать больше, чем 2500 долларов в месяц. И я вам скажу, это цифры взяты для России, для Украины цифры смело можно уменьшить. Может быть, даже на 2 в некоторых городах. Я думаю, вы со мной согласитесь. И только лишь 1% людей, работающих по найму, зарабатывают больше, чем 2500 долларов. И вы знаете, такая статистика, она говорит о том, что если вы амбициозный человек, если вы хотите достичь каких-то более высоких высот, да, если вы хотите зарабатывать какие-то серьезные деньги, может быть, у вас какие-то есть свои мечты, планы на жизнь, то вам нужен другой источник дохода. Следующий источник, как можно повысить, да, свои доходы, это бизнес. Я бы хотел, чтобы вы поставили шестерочки, кто работает на себя. Я знаю, что есть такие люди, которые работают на себя. Здесь не обязательно, чтобы вы были владельцем бизнеса. Может быть, вы творческий человек, может быть, вы певец, художник, может быть, просто вы фрилансер. Это все относится сюда же. Я вижу, это нормально, таких людей немножко меньше. Всегда их меньше, я бы сказал, не немножко, а в несколько раз. Это нормально абсолютно. И вот хочу показать вам такую статистику. Это был опрос у более чем 5000 человек, которые работали в компании, и им задали вопрос, чем вас привлекает в первую очередь собственный бизнес. И большинство людей, 84% людей все-таки сказали, что их привлекает собственный бизнес, и большая часть из них хотят быть хозяином самому себе. Они не хотят подчиняться кому-то, они не хотят начальника, они не хотят вставать по будильнику, они хотят быть сами себе хозяином. 20% выбрало большие заработки и так далее. И почему же люди не открывают бизнес? Да, если так, большинство людей хочет, но не все могут, да, не все открывают. Наверное, люди чего-то боятся. И здесь вот такой вопрос, кто готов рисковать своим имуществом, кто готов брать кредиты, кто готов вкладывать деньги и ждать, может, 2, 3, а то и 5 лет, ждать, пока отобьются его средства. Кто готов постоянно быть на связи, решать какие-то вопросы с конкурентами, с пожарниками, с различными там СЭС, сотрудниками, поставщиками и так далее. И на этот вопрос есть хороший ответ, что только 10% людей готовы брать на себя эту ответственность. Это нормально абсолютно. Мы и в природе также, и у человека точно так же, да, мы все живем. У нас есть люди ведомые, есть люди ведущие, и также, в принципе, в бизнесе, да, большинство людей, лидеров, которые открывают свой бизнес, они берут на себя эту ответственность.
но только лишь 1% можно назвать действительно бизнесом. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Бизнес – это когда вы можете его оставить, когда вы можете уехать на месяц, на два, и вернетесь, ваш бизнес будет работать без вас. Бизнес, когда вы можете подарить, передать его по наследству, и ваш, допустим, сын сможет им управлять без проблем. И таких людей очень мало, и Роберт Киосаки в своих книгах как раз говорит вот именно о квадранте Б, я думаю, многие из вас читали. Кто читал, кстати, Роберта Киосаки? Поставьте плюсик. Я знаю, что сейчас много будет плюсиков. Да-да, многие читали. Друзья, мне очень приятно, что здесь у нас такие вот образованные люди, все читали Роберта Киосаки. Кто не прочитал, я вам рекомендую, прочитайте его книги, все книги классные. Вы многое для себя откроете. Именно с книги «Квадрант денежного потока» я просто поменял свое мышление и начал по-другому относиться к работе по найму и бизнесу. Есть третий вид дохода – это сетевой маркетинг. Знаете, в развитых странах это считается один из эффективных способов продвижения товара на рынке, но в наших странах, в Украине, в странах СНГ это пока еще мало, скажем так, мало раскрученный бизнес, да, и здесь очень много непрофессионалов. Но сейчас он очень качественно меняется, сейчас в этот бизнес приходит все больше предпринимателей, и границы между традиционным бизнесом и сетевым маркетингом все больше и больше такие становятся незаметные. И я думаю, лет через 5-7 мы, в принципе, не будем различать сетевой маркетинг или традиционный бизнес. Что же говорят о сетевом маркетинге эксперты? Да? Что же говорят звезды мирового бизнеса? Я думаю, многие из вас видели эту картинку, да, когда Дональд Трамп на одном из телешоу сказал, что ну, ему задали вопрос, если бы вы лишились своих денег, как бы вы начинали? Он сказал, что я бы нашел компанию сетевую и начал бы развиваться вместе с ней, только в начале ее развития. На что весь зал начал смеяться, он выдержал паузу и ответил, именно поэтому вы там, а я здесь. И Уоррен Баффет – это самый успешный инвестор, не побоюсь этого слова, человек-миллиардер. И он как раз сказал, что одна из инвестиций самых успешных – это была инвестиция в сетевую компанию. И также очень много людей, Билл Гейтс, я думаю, не стоит представления. Да, это все люди, которые как раз являются, ну как бы правильно сказать, они не работают в сетевом маркетинге, но они туда инвестируют. И они являются, даже на одном сайте видел, как бы представителями, послами. Очень много людей именно таких вот со сферы бизнеса. Давайте посмотрим на цифры. Да, знаете, я уже давно перестал руководствоваться мнениями, особенно мнениями людей, которые живут не так, как я хочу. Цифры говорят о следующем, что количество людей в мире, занятых в области прямых продаж, куда относится сетевой маркетинг, постоянно растет. Вы можете обратить внимание на эту диаграмму, да, здесь количество постоянно растет. Если посмотреть на следующую диаграмму, то это рост продаж, объемов продаж в мире, которые также постоянно растут. И если посмотреть более свежие цифры, то в прошлом году объем продаж был практически 160 миллиардов долларов. Это огромнейшие деньги. И ну, если слушать соседа, который говорит, что это несерьезно, то я думаю, это просто глупо. И если посмотреть на относительный рост объема продаж, то вот здесь вы можете увидеть, серым выделена розничная торговля, да, то есть наш традиционный метод продвижения товаров на рынке через магазины, розничную сеть, и прямые продажи. И в относительных цифрах, то прямые продажи намного интенсивнее, быстрее, динамичнее растут. Вот это как раз говорит о том, что все больше и больше людей приходит в сетевой маркетинг. Как выбрать компанию? Как выбрать компанию, с одной стороны, чтобы она была надежная, с другой стороны, чтобы ее продукт был нужен, чтобы она через 2 года не закрылась, и чтобы вы в свое время инвестировали правильно. Да? И вы знаете, я не новичок в этом бизнесе. У меня был опыт где-то 5 лет назад в очень крупной американской компании, и компания супер,
все классно, продукт классный, все хорошо. Но есть одно большое но. Об этом но я немножко позже скажу, буквально минут через 5-7. Итак, если вы здесь собрались, я думаю, вас пригласили, вы знаете, что мы будем говорить о компании LR. И это крупнейшая немецкая компания, которая работает в Германии уже практически 30 лет. Если это сработало в других странах, однозначно сработает и у нас в Украине, и в России, и в Казахстане, и об этом уже говорят цифры. И вы знаете, для меня, когда я выбирал компанию, важно было несколько критериев. Ну, первое – это стабильность. Компания LR, начиная с 1985 года, стабильно увеличивает свои обороты. Она стабильно растет. Меня поразила фраза нашего одного из директоров компании, когда он сказал нам: не нужно быстро, нам нужно надолго. И знаете, такой вот девиз, который присутствует у LR, и я чувствую себя постоянно комфортно, потому что я знаю, что компания будет еще очень долго развиваться, и я смогу построить бизнес и передать его своим детям и, может быть, даже внукам. Поэтому вот эти цифры, которые вы сейчас видите на слайде, это как раз говорит о том, что, во-первых, продукция компании пользуется спросом, и условия, которые создает компания для своих партнеров, они очень лояльны и очень подходят людям, потому что все больше и больше людей приходят в компанию, и все больше стран открывается, все больше делается товарооборот. Следующий такой важный фактор был, да, то, что у компании есть много наград. Одна из них это вот в 2010 году была награда за лучший маркетинг-план. И компания LR попала в топ-20, причем в этой двадцатке не было ни одной сетевой. Если вы обратите внимание, у нас здесь есть Bosch, у нас есть Danone, есть Procter & Gamble, еще какие-то компании крупные. И на 11 месте есть компания LR. Если посмотреть, следующий фактор, это, наверное, один из самых важных после надежности, это как раз то, что компания LR не так давно на наших рынках. Компания LR в Украине чуть больше года, в России чуть больше 3 лет, в Казахстане там около 2 лет. И о компании LR мало кто знает. Вы можете выйти на улицу или спросить у своих друзей. Вы знаете такие уважаемые компании, как Amway, Oriflame, Avon, Mary Kay. Многие из них знают. Я бы сказал, наверное, почти все. Но если вы спросите про LR, то единицы пока знают про LR. Но картинка через 5-7 лет будет совсем другая. У LR будут знать точно так же, как и о тех компаниях, о которых я сказал. И у нас есть очень хорошая перспектива. Потому что все знают, что если прийти в компанию в нужное время, то есть в самом начале ее развития, то можно построить большой бизнес. Почему компания LR преуспевает? Почему она растет? И как раз об этом я хочу поговорить. Это вот есть этому объяснение, это такие вот 5 уникальных факторов, 5 факторов успеха. Ну, первый фактор – это такая база, на которой, в принципе, строится любая легальная компания, да, любая компания, которая пришла надолго, это немецкая продукция, да, ну, вернее, продукция. Но у нас производитель Германия и огромнейший ассортимент у компании LR. Это парфюмерия, это косметика, это личная гигиена, это товары для здоровья. Вы знаете, тем более сейчас товары для здоровья это просто тренд. Некоторые товары еще не успели зайти к нам в страну. В некоторых странах есть, допустим, товары для детей, товары для ухода за ногами. У нас еще не вся серия товары для ухода за животными, витамины, корма и так далее. Детскую серию мы очень ждем. Я знаю, что в России она вот-вот уже должна появиться. У нас в Украине, наверное, чуть позже. И эти товары – это простые товары, которыми мы пользуемся. Мне не нужно человеку объяснять, что ему нужно чистить зубы. Поставьте, пожалуйста, плюсик, люди, все, кто чистил сегодня зубы. Вот я хочу увидеть, сколько у нас будет плюсиков. Здорово. Я вижу, что многие много раз уже чистили сегодня зубы. И это очень приятно, потому что нам не нужно, о, кто-то не чистил, ну ничего страшного. Нам не нужно людям объяснять, что нужно тратить деньги на какие-то ненужные вещи. Парфюмерия, косметика, личная гигиена – это те товары, которые мы пользуемся, и мы просто меняем свои потребительские привычки.
Вместо того, чтобы ходить в традиционные магазины, мы покупаем эту продукцию у качественного немецкого производителя напрямую, без посредников. То есть мы застрахованы от различных подделок. И что еще очень интересно, то что компания LR весной запускает новые продуктовые линейки. Об этом вы узнаете на следующих мероприятиях. Пусть это будет сюрпризом для вас. Конечно же, сертификаты. Это европейские сертификаты, которые подтверждают качество продукции. Понятно, что компания заходит полностью легально на каждый рынок. Есть украинские сертификаты, российские сертификаты и так далее. Вы можете подробнее об этом узнать в интернете. Вот обращаю ваше внимание на институт Фрезениус. Это институт, которому уже практически 200 лет. И этот институт тестирует, он проверяет качество, начиная от производства, от сырья и заканчивая упаковкой в бутылку. Поэтому это очень такой строгий сертификат. И очень мало продукции может получить этот сертификат. У компании LR есть такой сертификат. Это очень важно, особенно для наших дам, для наших жен, для наших любимых, потому что косметика, декоративная косметика компании LR входит в такую вот ассоциацию в Германии, наряду с такими марками, как Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Guerlain, Estée Lauder, MAC и так далее. И дамы, те, которые разбираются в этих вещах, я думаю, вы знаете, сколько стоит профессиональная косметика MAC или сколько стоит Dior, Chanel и Saint Laurent. Да, и я скажу, что компания LR может производить эту продукцию, и мы можем пользоваться этой продукцией буквально в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем именитые производители. Вы это сможете сравнить, если вы попробуете эту косметику. Я вам просто рекомендую начать с личного потребления. Эта диаграмма показывает о том, в каком сегменте работает компания и почему для меня лично было важно, чтобы товары компании были, ну скажем так, в тренде. И вот здесь обведены, это статистика мировых продаж в области сетевого маркетинга. Да, и здесь 35% всех товаров, которые продаются через сеть, это средства персонального ухода и косметика. Причем, если обратите внимание на стрелочку, это значит, что эти товары, товарооборот их растет. Следующий сегмент – это wellness, продукты wellness. Это все, что связано со здоровьем. Действительно, это тренд. В наше время люди хотят быть здоровыми и красивыми. И как раз компания LR работает в этих двух секторах. Это самые денежные, скажем так, сектора. И если вам кто-то будет рассказывать, что есть компания, в которой там есть какие-то напитки, допустим, да, или мобильная связь, то вы можете посмотреть на эти цифры, это буквально 1-2%, это говорит о том, что эти товары, скорее всего, долго еще не будут пользоваться спросом именно в сетевом направлении. Поэтому мы работаем в очень такой самой денежной, наверное, сфере. А второй фактор – это звездная концепция. Вы знаете, компания LR, у нее уникальная звездная концепция. Я знаю, что у многих компаний есть звезды, они рекламируют какие-то товары, и, как правило, там контракт заканчивается через несколько месяцев, и все. У нас немножко другая картина, потому что эти звезды, такие как Брюс Уиллис, Каролина Куркова, есть у нас другие звезды. Это эти звезды, которые разрабатывают совместно с компанией LR продукцию. Да, то есть они подписываются на этой продукции своим именем. Да, и вот, допустим, тот же Брюс Уиллис, это человек, который, у него уже есть 3 аромата, и есть очень много информации в прессе о этом, и есть, он присутствует на многих мероприятиях. И, в принципе, это человек, который, ну, создал себя, наверное, да. И вот эти вот вещи, такие как звездная концепция, они классно работают на узнаваемость бренда, на доверие. И об этом вы можете увидеть в прессе. Есть очень много видеороликов в YouTube и в интернете. Вы можете много, в принципе, увидеть этому подтверждение. И вот буквально недавно... Друзья, давайте проверим звук. Меня хорошо слышно? Поставьте, пожалуйста, цифру, потому что говорят, что меня плохо слышно. Десяточку, если хорошо. Итак, меня большинство, я так вижу, меня слышат, поэтому продолжим. Буквально недавно был такой аукцион в журнале «Космо», и как раз парфюм Каролины Курковой, там можно было, скажем так, поставить на него, выиграть. Я знаю, что его купили более чем за 3000 гривен, хотя для партнеров LR
сумма в 10 раз меньше, даже там он стоит меньше 300 гривен для нас. Вот, поэтому люди готовы платить за имя, и это хорошо работает. А третий фактор – это справедливый, надежный маркетинг-план. Знаете, здесь человеку неподготовленному, наверное, будет нелегко разобраться, потому что ну, здесь нужно иметь немножко опыт, чтобы понимать. Вот. Я хочу обратить внимание на то, что компания LR, начиная с 1985 года, постоянно добавляла бонус. Да, если вначале она отдавала все 33,5%, и были такие основные базовые бонусы, которые компания выплачивала, то в 1995 году она добавила несколько процентов, в 2005 добавила, и в 2010, и сейчас цифра составляет 43,7% выплаты в сеть. Это большая цифра среди продуктовых компаний, наверное, такая одна из самых больших. Если сравнить, допустим, компания Amway выплачивает порядка 30%, Reflame чуть больше 35%, Herbalife 25%, Faberlic 38%. Это так, что я мог вспомнить. Есть компании, которые выплачивают даже 120%, но это компании не продуктовые. Это компании, которые, ну, я бы их отнес, наверное, больше к мошенническим, потому что компании, которые не имеют продукта, и, в принципе, они не работают долго. Сегодня нет времени обсуждать такие проекты. Я хочу вам сказать, что много компаний, которые приходили даже с продуктом, приходили на рынок, и они уже, в принципе, не работают. Буквально прошло 5-7 лет, и их нет. И не так давно ушел очень крупный лидер с такой же одной из таких компаний, когда, ну, что говорить, есть компания Agile, которая приходила на рынок и лет 7-8 назад она заявляла, что мы будем номер один. И уникальный продукт, и миллиардная идея, и все классно. И те люди, которые не совсем разбирались в этом деле, они, конечно же, туда окунулись и начали строить карьеру. И понятно, что большинство людей остались ни с чем, потому что товарооборот компании за последние 3 года упал ну, в несколько раз. Если был товарооборот 170 миллионов, то сейчас это 30 миллионов долларов, да? То есть можете представить, какие убытки несет компания и как разочаровались многие лидеры, многие вообще партнеры. И вот здесь вот как раз видно, какие бонусы компания выплачивает. И очень важно для тех людей, которые начинают бизнес, 40% у нас торговая наценка. Это тоже хорошая цифра, позволяет на рознице зарабатывать неплохие деньги, даже начиная этот бизнес. Здесь вы видите картинку, какие бонусы можно зарабатывать, если вы этот бизнес делаете частичкой своей жизни, если вы посвятите большое количество времени и усилий. Я покажу вам несколько примеров людей, которые благодаря этому маркетинг-плану компании LR вышли на приличные доходы. Допустим, Лариса Курилец из Питкарянты, очень маленький городок, она буквально там за 3 года, сейчас я знаю, что ее доход больше 10 тысяч долларов, хотя начинала, если обратить внимание в рублях, эта диаграмма, начинала очень с небольших цифр. Есть очень много таких примеров, я в эту диаграмму не стал много слайдов вставлять, потому что я понимаю, что у нас трафик ограничен. Рустам Душаев – это человек, который также вышел на уровень серебряного лидера организации за 3 года, и хотя начиналось все совсем с небольших доходов. Это человек, который имел небольшой опыт в бизнесе, в сетевом, тем не менее, за ним никто не пошел вначале. Есть вот этот человек, Михаил Маланичев, да, и Оксана, мне посчастливилось с ним лично познакомиться. Когда мы начинали этот бизнес, мы приехали на бизнес-день в Киев, и я понял, что это крупный предприниматель, который имел и сейчас имеет огромный холдинг, да, он соучредитель. И одно из направлений – это розничная сеть мобильной связи, да, мобильные телефоны и аксессуары. И этот человек уже продал, вот видите. Ну, наверное, человек понимает, куда нужно вкладывать свое время. И вы знаете, когда такой человек, у которого больше 40 магазинов, и который является уже финансово обеспеченным, приходит в сетевой маркетинг, то ты задумываешься, а может стоит послушать такого человека, вместо того, чтобы послушать какого-то соседа, который ездит на маршрутке. И для меня это был показатель. Михаил рассказывал свою историю, он просто искал бизнес, который не так сильно подвержен кризисам, и вот как раз таким образом он вышел на сетевой маркетинг.
Есть много примеров разных людей. Здесь есть люди с экономическим образованием, с юридическим. Андрей Веденьев – это наш вышестоящий спонсор. Я хочу обратить внимание на вот эту вот диаграмму. Это Андрей и Женя Харольские, которые сейчас, буквально полчаса назад я с ними созванивался, они в пути, подъезжают во Львов. Это люди, которые у нас в Украине, в нашей ситуации, потому что многие думают, что это там, где-то в России, может быть, в другом месте, а у нас вот это невозможно. Нет, возможно, и вот эта диаграмма показывает как раз рост доходов этих людей. Это люди, которые действительно показали своим примером, что и в Украине можно делать большой бизнес. И сейчас их команда очень динамично развивается, и ну, мне очень приятно, что я являюсь одним из лидеров этой команды. И, наверное, такой пример, который, наверное, будоражит всех, потому что это Хольгер Кунат, это наш вышестоящий спонсор из Германии, человек, который пришел в бизнес ЛР, будучи школьником, и начал развиваться, начал потихонечку расти. Обратите внимание, первые месяцы это были небольшие доходы, потом постепенно одни поднялись, и буквально через год он уже зарабатывал порядка 3000 долларов. Это неплохо для школьника, я считаю. И если вы посмотрите на следующий слайд, то это уже прошло 22 года, этот школьник вырос, и доходы его также существенно выросли. Я знаю, что сейчас уже прошло почти 25 лет, да, и доходы Хольгера, ну вот последний у нас была онлайн-сессия, включался он к нам на бизнес-день, то он показывал свой чек, это 285 тысяч евро в месяц. Я не знаю, о чем вам могут сказать такие доходы. Я знаю, что большинство людей не смогут заработать такие деньги даже за всю свою жизнь. Это человек их зарабатывает в месяц. Да, это очень такая нетипичная ситуация, да, и человек просто сделал частичкой жизни, отдал, наверное, часть своей жизни именно компании LR. Таким вот такой гараж у этого человека, да, это их дом, это их семья, и ну, пока в Украину еще Хольгер Кунат не приезжал, но я думаю, что если мы здорово поработаем, то, наверное, он приедет к нам. Да, он делал много действий, он каждый месяц, его секрет, он каждый месяц подключал от 3 до 5 человек в первую линию. И действительно, это немалый труд, но тем не менее, вы видите, к чему это может привести. Но если обратить внимание наших родителей, которые по 40, может быть, дедушек, бабушек, которые по 40 лет работали где-то на заводе, и потом к чему они приходят? К пенсии, к нищете, да, в основном. Поэтому, я думаю, есть смысл разобраться в этом бизнесе. А четвертый фактор – это уникальная автоконцепция. Вы знаете, автоконцепция, автопрограмм есть также очень много во многих компаниях, и это также многие вам могут сказать, да это не новинка. Вы знаете, самое главное, что нужно спросить у этих людей, которые вам говорят, что ничего здесь такого нет, нужно спросить, где ваши автомобили? Да, покажите. Вот компания LR за 9 лет работы автопрограммы выдала больше 8 тысяч Volkswagen Polo, 1600 Mercedes и 60 Porsche. И это, я считаю, огромные цифры. И вы знаете, здесь просто эти автомобили не могут затеряться, их все видят. И есть сотни партнеров, которые получили эти автомобили, я бы сказал, уже тысячи, потому что в России за 3 года компания LR выдала, ну вот эта картинка, это было двухлетие компании LR, это уже тысячный Volkswagen Polo выдавался как раз на двухлетие компании. А следующая картинка, это как раз трехлетие компании LR в России, и здесь уже 1500-ый Volkswagen. Это наш спонсор Андрей Харольский поехал специально туда, в Москву, на это мероприятие, и как раз вы можете увидеть. Вы знаете, за первый год было выдано около 200, насколько я знаю. То есть это такая прогрессия. Вот. У нас в Украине, конечно, цифры пока не такие. Да, у нас и масштабы поменьше, но тем не менее у нас тоже есть. Вот здесь я очень быстро накидал наших украинских партнеров, тех людей, которые получили уже автомобили. Да, здесь вот есть Женя Андрей Харольский, Вадим Сокровищук. Здесь есть Андрей Овчаренко с Киева. Есть Днепропетровск, ребята, также здесь мы с женой есть, в принципе, из Харькова. Здесь очень много партнеров, которые уже получили автомобиль от ЛР,
И сейчас я знаю, что очень многие на этапе оформления. У нас также есть партнеры, которые уже оформляют автомобиль. Автомобиль это классный, наверное, классный пример, классный такой бонус, да, это инструмент прежде всего. Вы знаете, у нас в семье был автомобиль, вернее, он сейчас и остался, и, в принципе, мы не нуждались в автомобиле, но мы, конечно же, не отказались от Volkswagen, потому что мы понимали, что это хороший инструмент, это здорово, здорово будет работать на нас. И когда прошло 5 месяцев, мы на 5-й месяц забрали Volkswagen, я мог смело приехать к своим друзьям, и мне никто не посмел бы сказать, что ты занимаешься ерундой. Да, поэтому я вам рекомендую как можно скорее выйти на автопрограмму и, конечно же, оформить свой такой вот инструмент в виде автомобиля с логотипом LR. Пятый фактор – это топ-обучение и высший сервис. Да, здесь вот есть несколько кадров с наших мероприятий, с бизнес-дней, которые проходят от компании LR. Компания на каком-то определенном этапе вас обучает. Уже вот здесь есть в левом углу верхнем, это академия для младших менеджеров. И нас обучает Томас Херсон, лично это один из директоров компании LR. И очень приятно, что на этих фотографиях есть мои партнеры, которые также выполнили условия автопрограммы. Я не вставил фотографии с последнего мероприятия, там была огромная сцена, очень много людей получили свои ключи. Здесь есть фотографии уже на более высоких уровнях. Вы попадаете в Германию, вас компания за свой счет везет, обучает, и, конечно же, там есть отличный отдых. Я знаю, что в этом чате есть люди, которые побывали уже в Германии, и очень приятно, что они могут поделиться своим опытом. Да, и это огромное, огромное, ну, во-первых, респект тем людям, которые сделали это. Да, я вижу, Андрей Овчаренко здесь отописывается в чате. И, ну, это следующая цель – попасть в Германию на обучение. И регистрация, да? То есть, что предлагает компания, да? Я очень много уже сказал. Ну, первое, вы можете зарегистрироваться в компанию, в принципе, на 450 гривен, да? Вернее, 459 гривен. Туда будет входить пакет документов, туда будут входить каталоги, несколько пробников кремов, туда будут входить диски о компании, о продукции и набор продукции на сумму чуть больше 300 гривен. Этот набор вам даст возможность покупать продукцию со скидкой или же заниматься перепродажей, если вам это интересно, и в принципе ни к чему не обязывает. Такой набор выбирают люди, которые хотят покупать продукцию, а быть просто постоянным клиентом со скидкой. Вот. Если вы хотите строить бизнес, а если вы хотите получить автомобиль, хотите путешествовать, вам такой набор не подойдет, вам нужен бизнес-набор, а это набор от 3000 гривен. Сюда входит, кроме тех инструментов, сюда мы также рекомендуем взять диск системы LR21. У нас есть такой инструмент от обучающей системы LR21. Это просто уникальный сборник тренингов. Есть профессиональный набор, который, вы знаете, здесь это тема отдельного тренинга. Есть на этом диске, о котором я говорил, как раз часовой тренинг по этому инструменту. Это отличный инструмент. Друзья, вы потом посмотрите в записи, кто не успел увидеть. Этот ПАК 21 отличный инструмент в нужных руках, в правильных руках. Потому что сюда входит 9 наборов для старта новых партнеров. И если вы сможете этот инструмент правильно использовать, вы сможете очень быстро вырасти. Но по поводу этого инструмента я вам рекомендую обратиться к тому человеку, который вас пригласил сюда, и он вам сможет дать тренинг, и вы сможете более подробно изучить, потому что это такой, не каждый может позволить стартануть на 10 тысяч гривен, но тем не менее, если правильно использовать, это может дать большой рост. И в принципе, если так вот подвести итог, да, найти компанию, которая преуспеет без вас, с вами или без вас, это вот такой ключ, который может позволить вам выйти на очень большие доходы, да, если вы поможете ей преуспеть еще быстрее, да, то есть компания LR в любом случае с нами или без нас, с вами или без вас, она это сделает. Она приходила, это показывала на разных рынках, причем на рынках, в которых были кризисы, и за все время компания LR пережила очень много кризисов. И тем не менее, я не знаю такую компанию, которая могла бы в течение этого года. Я думаю, вы знаете, что происходит в Украине, да, потому что большинство все-таки здесь с Украины людей.
И компания LR не подняла нам цены. Мало того, не то, что она не подняла цены, она еще подняла нам автобонус. Да, и она еще сделала такие условия, ну просто, я не знаю другую компанию, да, когда вы можете выйти на автопрограмму и в течение года накопить этот автобонус, чтобы вы могли внести 15% первый взнос. Друзья, я хочу все-таки подвести итог своей презентации. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Ну, первая надежная компания, да, она уже практически 30 лет на рынке, да, в Европе она во многих странах номер один. И в любом случае она преуспеет и в наших странах. Вопрос в том, наши знакомые, наши друзья от кого узнают? Узнают о этой возможности, о этой продукции. Я знаю, что пройдет 5-7 лет, и вы сможете увидеть эти продукты у друзей своих, у знакомых. Может быть, вам кто-то подарит парфюм компании LR. Может быть, ваш сосед будет ездить на Volkswagen или еще хуже, на Mercedes'е от LR. Еще хуже для вас, я имею в виду. Если вы не воспользуетесь этой возможностью, в любом случае это произойдет. Я думаю, вы должны это понимать. Нужный продукт. Вы помните слайд, да, который я показывал, что мы работаем в самой денежной нише, это красота и здоровье. И как раз там сосредоточены большинство топ-компаний. И нужное время. Вы помните эту диаграмму, да, когда эта красная полосочка потихонечку двигается, то есть в любом случае все больше и больше людей узнает о компании LR, и сейчас у нас очень такое золотое время, поэтому стоит просыпаться, стоит двигаться и проводить как можно больше встреч, рассказывать людям о возможности, которые у нас есть. Нужное место. Рост оборота индустрии, да, в России 42% в год, в Украине я знаю, что компания LR выросла на 30%. В месяц. Вы представляете, да, в сентябре был рост огромный. И, в принципе, несмотря на то, что многие говорят, что сейчас кризис или что-то там не продается, некоторые говорят, это дорого, но когда выйдешь на улицу и видишь наши автомобили, ты понимаешь, что совсем недорого. Вот. 5 факторов успеха. Напомню, это продукция немецкая, да, то есть Германия всегда ассоциируется с качеством, это хорошо работает для нас. Это надежный маркетинг-план и очень щедрый. Это автоконцепция, звездная концепция и топ-обучение высший сервис. В принципе, эти 5 факторов как раз позволяют нам вырасти, как раз позволяют нам построить очень стабильный и надежный бизнес, который будет кормить не только нас, а наших детей и, может быть, даже внуков. Самую главную фразу хочу донести вам. Это успех не случайность. Если вы попали на этот вебинар, если вы досидели, если вы все-таки дождались, несмотря на технические трудности, эту информацию, то, наверное, это было не просто так. И тот человек, который вам дал эту ссылку, наверное, позаботился о том, чтобы вы получили эту информацию. И я хочу вам посоветовать после этой нашей онлайн-школы связаться с тем человеком, который вас пригласил. Желательно это сделать прямо сегодня. И, конечно же, договориться на вторую встречу. Конечно же, договориться, задать вопросы, задать какие-то конкретные вопросы, спланировать, что вы будете делать дальше. Как раз, что вы будете делать дальше, это тема нашей сегодняшней школы. Я понимаю, что сегодня уже немножко затянул. А вы знаете, школа, которая сейчас будет буквально через пару минут, я постараюсь ее очень быстро провести, но это очень важный момент, это как раз вторая встреча. Поэтому, если вы новичок и пришли сюда по ссылке, в принципе, презентация закончилась. Если вам интересно, вы можете остаться, потому что буквально через минуту у нас будет школа для партнеров. Буквально за 15 минут я изложу тему, которая будет называться «Вторая встреча». Если вы партнер, конечно, я вам рекомендую дождаться, может быть, за эту минуту передохнуть немножко, потому что вторая встреча – это очень важный момент в нашем бизнесе. И если вы будете, скажем так, делать акцент на вторых встречах, у вас будет быстро развиваться бизнес. Поэтому, друзья, спасибо большое за внимание. Если вам была полезна эта школа и тема, ставьте, пожалуйста, 10-ку. Мне очень приятно, что я смог какую-то информацию донести до вас. Спасибо большое. Увидимся на школе буквально через минуту.